Так, всем привет. И еще одна игрушка в Стиме. Вроде как для программистов. Ну, короче, тоже с элементами программирования. Называется GladiaBots. Только запустил его, вот, да, там началось какое-то обучение, я сразу его выключил. Вот с вами сейчас. С вами сейчас попробуем. Так, что у нас тут есть? Ну, русский язык есть, как вы видите. Optimization Pack DLC какой-то. Что это? Все непонятно. Короче, давайте... О, вики есть. Сообщество, настройка команды, редактор ИИ. Ну, короче, нет, давайте... подожди, где? Главное, вот, продолжить обучение. Итак. Базовое обучение. Атака, блин, надо было вступление нажать, ну ладно. Так, теперь посмотрим, как запрограммировать бота атаковать противника. Окей. Значит, клик сюда. Руководство атаковать. Это редактор искусственного интеллекта. Здесь вы будете программировать своих ботов. Окей. Это отправная точка вашего ИИ. Ну, хорошо. Это действие. Наведите указатель мыши на него, чтобы узнать его значение. Навел. Атаковать ближайший противник. Угу. С переводом тут не очень. Хотя атаковать ближайший... Ну, какая разница. Ладно. Чтобы это действие было выполнено, вам нужно связать его с вершиной. Давай вот так вот связал. Назад. Готовность. Тра-та-та-та-та. На Unity написано. Представьте игрушки, короче, там Unity все дела. Победа, миссия выполнена. Дальше. Подойти... Не успел. Так, готовность. Базово бы подойти, а потом атаковать. Так, выберите, выбрал. Ваш бот запрограммирован атаковать с близкого или среднего расстояния. Сначала он должен приблизиться к цели. Окей. Клик. Приближаться. Чё это, вот так вот? А, двигаться в сторону. Атаковать ближайшего. На... Ну и чё, куда? Вот так вот? А это куда? Или это сюда? Вот так вот? Близкое, среднее. Ну, валить начинай. А, блин, это я... В этом и есть ошибка. Высший приоритет имеет движение к противнику. Независимо от условий. Таким образом, бот никогда не будет вступать в бой. Давай исправим это. Ну, давай. Напоминание ветви. Не исполняются слева направо, а проверяются слева направо. Точнее, против часовой стрелки. Передвиньте эту команду движения направо. Вот так. Ну, я ж передвинул, правильно? Подожди. Ну, ладно, давай. Ну, все ж вроде верно. Ага, вон она, слева направо все. Вон она что, понятно. Миссия выполнена. Дальше. Базовое обучение. Использование щита. Так, ваш бот теперь оснащен щитом. Щитом. Белая шкала. Он поглощает урон, прежде чем здоровье, синяя шкала, начнет уменьшаться. Если щиту какое-то время не наносится урон, он автоматически восстанавливается. Понятно. Готовность. Так, идет он и начинает лупашить. Чё-то помер я. Ага. Щит. Давайте отступать от врага. Ну давайте отступать, если щит пуст. Ну давайте, что сделать?
Это условие. Ага, вон оно. Другие узлы подключаются к нему снизу. Они будут обрабатываться, если данное условие выполняется. Ну, ага, это что? Отступать. От ближе. Угу. Вот так вот надо сделать. Что это такое, короче? Ну, давай попробуем. Если я... Пустой щит. Отступать от ближайшего противника. Я понял, наверное. Ну ладно. Выбрал готовность. Давай, давай, вали его. Вали, вали, давай, да. Нет, что-то тут не то. А, наверное, вот так вот. Я ж не включил. Надо было включить условия. Ну ладно, погнали. Вот он идет. Ага, увидел, лупашит. Опа, отошел, красавчик. Как, куда ты пошел? Угу, щит появился. Все понятно. Давай, лупаш, лупаш. Давай, опа, щит отошел. Давай, давай, отходи, отходи. Понятно. Щит сейчас у вас... А куда ты? Угу. Ну, так, на минималках прошел, да? Понятно. Дальше. Базовое обучение. Атака... Да чё, куда вы? Ну, я ж не успеваю. Ладно. Теперь давайте посмотрим, как создавать узлы. Ну, давай посмотрим. Атаковать. Ну, чё, вот так вот и сделал. Выбор типа узла. Действие. Ну, давай. Ё-моё. Выберите действие. Выбрал. Атаковать. Вы тип цели. Противник. Используйте фильтры, чтобы... Более точно указать цель. Расстояние от меня на близкое, на среднее, на дальнее. Вне досягаемости. А как же я вне досягаемости буду атаковать? Ну ладно. Ну. И или. Короче, вот это. Выбери. Какую цель? А, ближайший. Ну ладно. Атаковать ближайший противник. А можно... О, вот, можно отредактировать. Что тут получается? Действие. Атаковать цель противник. На дальней дистанции. А это что, ближайший? Это, по-моему, отходить или что? Что-то я не понял. А, ладно. И так сойдет. Атаковать ближайший противник. Нет, что-то ничего не работает. Ладно. А! Надо шузел сделать. Действие. Выберите действие. Не, мне не надо атаковать. Погодь, а как? Что-то тут не то, да? Так, действие какое? Ну, атаковать кого? Противник, ну противник. Не, давай на среднюю выберем. А, о, так тут можно сразу все, смотри, вот так вот. Чик, а это что? Расстояние от меня, хрен его знает. Ну давай. Атаковать ближайший противник. Или. Терлим, бом-бом. О, валит. Ну ладно. Подойти, затем атаковать. Вот тут это они не продумали. Быстро уезжает это окно. Помните, куда поместить действие перемещения? Какое действие? Ну, конечно, помню. Вот сюда. Действие. Вот, двигаться. Противник. Вот это что значит вне досягаемости?
Ну давай вот так вот на дальний. Блин, ладно. Это что? Двигаться в сторону ближайший противник. На средний. Ну хорошо. Готов! Идет паренек, идет, идет, идет. Ну, а стрелять! А, блин, я ж не то сделал. Не-не-не-не-не-не. Надо вот так вот. Атаковать. Если некого атаковать, то двигаться. О. Ну ладно. О, погнал. Давай, вали. Не, ну примерно понятно. Но там, по идее, должно быть много команд. Так, базовое использование щита самостоятельно. Хорошо, давайте создадим наш первый узел условий. Так я же создавал вроде. Ну давайте, щит. Так, о, услуг. А, это первое условие. Во-первых, необходимо определить объект или цель, к которому применяется условие. Выберите тип объекта. Я противник. О чем мне выбрать? Ну давай я. Используя фильтр, чтобы определить характеристики. О, пустой щит, щит. Щит от 25. Давай вот так вот. Выберите условия. Не понял, существую. Что значит существует? Наконец, добавьте действие отступать. Действие. Двигаться, отступать. Отступать от ближайший противник. Ага, отступать от противника. Фильтр. А, блин, нафиг. Давай так. Готов. Так, погнали. Начинай валить, валить. Что-то тут не то. Не, не заново, подожди. Щит. Если вы... А давай вот это все выберем. То существует, правильно? Если я пустой щит или, то... Ну вот отступать, все правильно. Что не так-то? Что-то он вообще пошел. Значит, вот это убираем, вот это убираем. Хорошо, погнали. Ну, опля, отступил. Пошел. Стреляет, отступил. Не, так он, короче, долго будет валить. Давайте. Так а что я тогда не так сделал, я не пойму. Ну вот, например. Не знаю. А ну-ка, погнали. Идем, 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 валим, валим. Опля, отошел. Только ж там, по идее, должно быть какое-то условие. Ну, можно добавить, да, там типа отошел, и ну не надо далеко отходить. Просто потусуйся, пока восстановится щит. А, или она вон. Да, походу там надо добавлять еще одно условие. Если щит. Типа, если от 25 до 50, то отступай. Но надо как-то отойти так, чтобы вне зоны досягаемости было. Короче, да. Короче, тут надо еще разобраться с этим всем. То есть оно непривычно вот так вот программировать, понятное дело. Поэтому много еще чего непонятно. Надо всего лишь разобраться. Ладно, я не буду, наверное, это все разбирать. В целом, наверное, интересно. О, еще сбор ресурсов. Чтобы захватить ресурсы. Так, ладно, это все интересно. Давайте в целом
Перейдем. Перейдем в какой-то, может быть, редактор. Где у нас есть... О, песочница. Случайные карты. Смотри, редактор и еще есть. Здесь есть у нас уже какие-то готовые наборы. О, мультиплеер есть. Это означает, что не нужно подключаться одновременно, чтобы играть друг с другом. А, я понял. Это типа ты ИИ свой клепаешь, и твой ИИ валит, ну, воюет с другими. Ладно, давайте в песочницу зайдем. Что такое превосходство? А, пофиг. 10 экспериментальной карты. Королевская битва. Один бот. Ну, давай попробуем, да? Так, и чё? А где я? Где вообще кто? А, один бот. Так это ж все враги. Стартовый... А, у всех стартовый комплект. О, прикольно! Тут, по идее, можно наклепать всяких алхоритмов. А, вот. Вот, вот. И пусть они друг с другом воюют. Ну, вроде ничего. А это что, камера автоматическая? Так, ладно, давайте-ка. Атака стартовый. Так, а какие есть... А, ну, новый ИИ. Тест. Окей. Вот он тест. Что у нас доступно? Действие. Ох, нифига. Тут нормально действие, ребятки. Стратегические точки взять, что-то взять, атаковать. Давай атаковать кого? Ну, противник, понятно. Фильтры, позиции, цели, действия. Расстояние до ближайшей, расстояние до ближайшей аптечки. Ближайшее здоровье, щит. Ну... Это атаковать, двигаться есть, ждать то, что я говорил, да, надо было типа отступить, отхилиться и ждать, понятно. Это двигаться в действии, да, есть двигаться, есть атаковать, есть ресурсы, взять, доставить. Режим превосходства, метка, а, это, наверное, метку какую-то можно поставить. И, наверное, по этим меткам можно ориентироваться. Это, наверное... О, командные счетчики. Можно сделать несколько ботов, наверное. Список ИИ. Ну, вот ликвидация. Что тут ликвидация? Давайте вот это класснем. Захватить точку. Цель, силовой пояс, снять захват. А, так тут сразу можно. Короче, тут, ребятки, разбираться и разбираться. Вроде бы ничего, да? Готовность. А ну-ка, погнали. А чё вы? А, сейчас тест работает. Стой, стой. Не-не-не, как тут установить? Не-н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 е. Вот, вот. Подожди, это я удалю? Удалить, да. Во, атака. Так, у него атака. Че, у всех атака или что? И понеслась, да? Пацаны валят друг друга. А че этот стоит? А кто вообще помер? Непонятно. Не, вроде ничего, игра. О, прикольно, можно команду свою настроить, смотрите-ка. Получается, можно каждому роботу, типа, один атакующий, второй собирает ресурсы, третий там еще что-то делает. А, всего 6 ботов. Неплохо. Неплохо. Дополнение, что в дополнениях? Магазин вкусняшек, Steamverse. Так я и так, ну ладно. Твиттер, благодарность, Reddit, Фейсбук.
Ну, в принципе, думаю, все. В целом-то вы увидели, что это за игра. Ну, не знаю, наверное, интересная. Посидеть, позалипать в эти... Посоздавать этот искусственный интеллект. Ну, алгоритмы эти. Продвинутая тренировка. Что тут? Сфокусированный огонь. Под ИИ. Ну, какие-то вон обучалки есть, и вроде немало. Вроде, если все пройти, то должно быть все понятно. Короче, думаю, ребятки, все. Вот такая вот игра. Ну, тоже и не только детям можно, и самому позалипать, посоревноваться. Тем более, вот эта интересная штука, да? Вот подтвердить. И вот тут матчи, я смотрю, есть. Я так вижу, ну, учетку, ладно, это можно зарегистрироваться, войти. Ваше имя, блин, давай. Вот так, это окей. Короче, надо зарегистрироваться, походу. Вот, и смотрите, есть турниры. Пропустить. Турниры, свободная игра, частные, это типа можно с друзьями. Статистика. Не надо эту статистику. Повторы матчей посмотреть. Прикольно, вот это действительно неплохо. То, что можно еще по сети, да, загружать свои настройки, да, искусственного интеллекта, свои вот эти алгоритмы. И сражаться с разными людьми. Ух ты. Вот даже игроки есть счет, уровень. Статистика, я так понимаю, это 68 побед. А это чё? А это чё? Да блин. Ну какая-то на сайте все время выбрасывает. Мне это не надо. Наверное, где-то можно даже записи посмотреть. Наверное. Наверное, да. Короче, все. Хватит. Обзор это делать. Напоминаю всем. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Также еще есть каналы на Рютюбе и Яндекс.Дзен. То есть там, в принципе, я подливаю все, что... с основного YouTube канала. Ну и точно так же там будут выходить, то есть выходит видео, и оно будет выходить на всех трех каналах. Поэтому, если вам не сложно, а это не сложно, возьмите и подпишитесь на тех каналах тоже. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.